1954 год. В Соединенных Штатах Америки спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус». По своим характеристикам она значительно превосходила дизельных предшественников. Спустя 5 лет США создали новую атомную подводную лодку класса «Джордж Вашингтон». Она несла на борту баллистические ракеты с ядерными боеголовками и могла произвести пуск, не всплывая на поверхность. С появлением у американцев атомных субмарин для советской морской авиации как никогда актуальной стала противолодочная оборона. Военно-морскому флоту СССР требовался самолет, способный обнаружить субмарину противника и в случае необходимости уничтожить ее. В середине 50-х годов морская авиация Советского Союза для борьбы с подводными лодками противника имела на вооружении один тип специализированных самолетов. Это были летающие лодки Б-6, разработанные и построенные в середине 40-х. Для того времени они являлись самыми передовыми морскими разведчиками. Но с появлением на океанских просторах нового типа субмарин – атомных – возможности Б-6 стало недостаточно. Попытка модернизации к значительным успехам не привела. При всех своих достоинствах самолет мог выполнять либо поисковые функции, либо ударные. А военным требовалась машина, способная решать обе задачи. В Советском Союзе темой гидроавиации традиционно занималась ОКБ морского самолетостроения под руководством Георгия Бериева. В марте 1956-го перед ним поставили задачу создать новый самолет для поиска и уничтожения подводных лодок. Георгий Бериев отлично понимал всю важность противолодочной авиации для обороны страны. Еще до официального постановления он вместе со своим коллективом в инициативном порядке занимался разработкой подобной машины. Поэтому Бериев достаточно быстро представил на рассмотрение эскизный проект самолета-амфибии под обозначением Б-12. Он был одобрен правительственной комиссией для дальнейшей разработки. В июне 60-го был построен первый опытный образец. А в октябре того же года он совершил свой первый полет. После всесторонних испытаний в Таганроге развернули серийное производство машины. Самолет-амфибия Б-12. Экипаж — 4 человека. Силовая установка — 2 турбовинтовых двигателя АИ-20D с суммарной мощностью 9360 лошадиных сил. Максимальная взлетная масса — 36 тысяч килограммов. Максимальная скорость — 550 километров в час. Практический потолок — 12 тысяч метров. Дальность полета — 4 тысячи километров. Вооружение — различные торпеды и авиабомбы общей массой до 3 тонн. На первый взгляд, внешний вид нового самолета повторял компоновку своего предшественника Б-6. Но это только на первый взгляд. Во-первых, масса и размеры Б-12 были значительно больше. Во-вторых, новая машина принадлежала к классу самолетов-амфибий. Его предшественник Б-6 принадлежал к классу летающих лодок. Это означает, что он мог взлетать и садиться только на воду. Для транспортировки у него было съемное шасси. Оно, например, позволяло перевести самолет от стоянки до берега. А дальше шла достаточно непростая процедура демонтажа. На самолете амфибии Б-12 установили убирающееся в фюзеляж шасси. Оно позволяло машине как взлетать с сухопутных аэродромов, так и садиться на них. Убрав шасси, самолет мог использовать для взлета и посадки водную поверхность с максимальным волнением до 3 баллов.
Такое конструкторское решение значительно расширило возможности базирования Б-12 по сравнению с предшественником. К тому же новый самолет был менее зависим от метеоусловий. Б-12 оснащался специальной системой дозаправки. С ее помощью машину можно было заправить топливом прямо в море от подводной лодки или танкера. В качестве силовой установки на Б-12 установили два двигателя АИ-20D конструкции Александра Ивченко. К тому времени они хорошо зарекомендовали себя на транспортных самолетах Ан-8. Суммарная мощность этих двигателей составляла более 10 тысяч лошадиных сил. Б-12 разгонялся до 550 км в час и преодолевал расстояние в 4000 км. Для поиска субмарин противника на самолете разместили радиогидроакустическую систему «Баку». Она включала в себя комплект из 18 буев и приемное устройство. Система позволяла обнаружить подводную лодку, идущую на глубине 50 метров при удалении от буя до 6 километров. Процесс поиска происходил следующим образом. С летящего самолета в море на парашютах сбрасывались буи. Попадая в воду, они начинали следить за различными шумами, отыскивая среди них звук винтов субмарины противника. Все полученные данные передавались на борт самолета. Также для поиска субмарин в хвосте Б-12 установили специальный прибор – магнитометр. Поиск подводных лодок магнитометром АПМ-60 осуществляется на высоте 100 метров над водой при скоростях полета до 450 км в час. В районе нахождения подводной лодки происходит возмущение местного магнитного поля Земли, который воспринимается магнитометром и регистрируется самописцем на пульте управления и индикации. Продолжительность поиска на удалении 800 км – 3 часа 15 минут. Но мало найти противника. По нему еще нужно нанести удар, не дожидаясь, пока подойдет подмога. Для этих целей Б-12 мог нести разнообразное вооружение. Торпеды, мины, глубинные бомбы с обычным или ядерным зарядами. С появлением новой машины вероятность обнаружения и уничтожения субмарин противника возросла на порядок. За характерную форму крыла и длинный нос Б-12 получил прозвище «Чайка». Хорошие летные характеристики позволили установить на Б-12 более 40 авиационных рекордов в классе гидросамолетов. Среди них рекорды по скороподъемности, высоте и дальности полета. Отличные амфибийные качества позволили создать на базе Б-12 отдельный вариант самолета – «Морской спасатель». Он стал известен под обозначением Б-12ПС. От прототипа спасатель отличался обширным люком, предназначенным для приема пострадавших. Самолет мог принять на борт 33 человека. Еще одна модификация – Б-12П. Вместо штатного оборудования на него установили три бака общей емкостью 6000 литров, а также систему забора и сброса воды. Таким образом, самолет из противолодочного превратился в противопожарный. Заправка такой машины водой могла осуществляться как на аэродроме, так и на подходящем водоеме. Во втором случае самолету достаточно было глиссировать по водной поверхности на скорости 120 км в час. При таком методе полная заправка баков занимала около 50 секунд. После этого самолет мог тушить пожар на расстоянии до 100 км от водоема. После сброса воды процедура при необходимости повторялась. Б-12 более 10 лет серийно строился в Таганроге. Всего было выпущено 143 самолета различных модификаций.
Б-12 долгое время состояли на службе советского военно-морского флота. Самолеты официально сняли с вооружения в 1992 году. Но, несмотря на это, некоторые машины еще продолжали эксплуатировать в частях до полной выработки ресурса.